Я заправился и готов лететь куда угодно. Отлично, Джет. Сегодня тебя ждут в Швейцарии. Ты пролетишь над Альпами. Это горы в Европе. Очень высокие. Я всегда мечтал увидеть Альпы близко. Посылку заказала девочка по имени Лена. Она живет в районе вершины Юнгфрау с папой и собакой по имени Бигги. Это Сен-Бернар. Не терпится увидеть этого пушистика. И вот еще что. В Альпах многие говорят на швейцарском немецком. Бишпотер значит увидимся. Ну тогда бишпотер тебе. Я полетел. Ну ладно. Занимай свое место, Джет. Джет, приготовься к взлету. Пора лететь. Швейцарию! Ого! В Швейцарии столько озер, ледяные верхушки гор и снежные пейзажи. Лови, Бигги. Кувырок. Молодец. Папа, Бигги знает уже много команд. Он может начать тренировки спасательных собак, как остальные сенбернары. Думаю, Бигги еще мал для такой ответственной работы, Лена. Может быть, через пару лет. Не грусти, Бигги. Вам посылка. Привезли. Я Джет. Вовремя, как всегда. Я Лена. А это мой папа и Бигги. Это твоя посылка. Давай поглажу, малыш. Это ошейник. В этот бочонок наливают теплый напиток, чтобы согреться в холодную погоду. Их носят собаки-спасатели. Мой папа альпинист, так что он все знает о спасении в горах. Я тоже много знаю о спасении. Правда? Может, вы втроем придете в мой тренировочный лагерь? Обменяемся с вами опытом? Да! Ну тогда, Бишпотер! Бишпотер! Я налила в бочонок какао. Вдруг мы захотим горячий напиток. Мы с вами поедем по горной железной дороге. Ту-ту! Вот и поезд! Привет! Я Хайнц, и я готов вас прокатить. Позвольте показать вам местные красоты. Конечно! Отлично! Трогаемся! Ту-ту! Дорогие пассажиры, сейчас мы поднимаемся на вершину под названием Юнгфрау. Там находится самая высокая станция в Европе. Справа вы видите невероятный водопад Штаубах. Обратите внимание, слева невероятный альпийский горный козел. Самое знаменитое местное животное. А теперь слева у нас невероятное, потрясающее, великолепное, абсолютно пушистое облако тумана. Ой-ой. Туман такой плотный, я почти ничего не вижу. Что происходит? Нет повода для волнения. Все просто чудесно. Мои дела плохи. Что же мне делать? А, кажется, я еду вниз, а не вверх. Стой! Джет, на помощь!
Что случилось? Что произошло? Почему мы остановились? Почему остановились? Почему? Хайнц сошел с путей. Надо звать Суперкрылья. Суперкрылья? Мои невероятные друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились. База, прием! О, нет, коммуникатор сломан. Думаю, он обо что-то ударился, когда я помогал Хайнцу. Как же мне связаться со Скай? Я знаю, как быть. Йорла-йорла-йорла. А это что такое? Это называется йодель. Так люди в горах могут общаться на больших расстояниях. Йорла-йорла-йорла. Здорово! И он так умеет. Йорла-йорла-йорла. Йорла-йорла-йорла. Я слышу, что собаки всего мира лают йодель. У меня есть специальный переводчик. Надо срочно узнать, в чем дело. Джет, помощь, Альпы, поезд. База, прием. База слушает. Что случилось? Джету нужна помощь в Альпах. Поезд сошел с путей. Мы это быстро исправим. Дизи, без нее не обойтись на высоте. Дизи, скорее лети в Альпы, ты нужна Джету. Уже лечу! Йорла-йорла-йорла. Это Дизи! Дела налаживаются! Дизи, трансформируйся! Я Дизи! Пришла на помощь! Привет, я Хайнц. Вытащи меня. Конечно, отличная команда, но я и на сантиметр не сдвинулся. Двух суперкрыльев недостаточно. В чем дело, Бигги? Что он копает? Я не знаю. Нужна подмога, я уже тут. Тут! Я услышал ваш йодель и сразу полетел на помощь. На раскопки в моем случае. Я кое-что придумал. Дод, сможешь туда подняться? Конечно. Отлично. Дизи, прикрепи стальной канат к Хайнцу, а другой конец отдай Доду. Теперь, Тодд, закрепи канат на носу и вращай винтом! Начинаю вращение! Сейчас все будет сделано! Суперкрылья, начинаем обратный отсчет! 3, 2, 1, давайте! Теперь можно ехать! О, да! Теперь все в безопасности! Тогда нам можно ехать к папе! И Б
Бигги тоже пел йодель и был таким храбрым. Ну, Бигги, думаю, что ты все-таки станешь спасателем. Суперкрылья, спасибо за вашу помощь. Готовы лететь? Пока! Увидимся! Биш Поттер! Суперкрылья! Мы составляем! Привет, Скай! Как... Скажи, сыр! А? Прости, Джет. Хотела попробовать новое приложение для камеры. Вот! Ого! Здорово у тебя получилось! Спасибо, Скай! Думаю, ты хотел сказать супайки. Супайки? Да! Это означает «спасибо» на языке кечуа. На нем многие говорят в Перу. Перу? Я туда сегодня лечу! Все верно. Перу находится в Южной Америке. Посылку заказал мальчик Майта. Он живет на ферме недалеко от линии Наски. А что это за линии такие? Линии Наски – это древние огромные рисунки на Земле. Некоторые считают, что они были нужны для общения с инопланетянами. Ого! Я должен это увидеть! Занимай свое место, Джет! Джет, приготовься к взлету! Пора лететь! Перу, а это линия Наски. Ого, какие тут ламы! Какие красивые они, линии Наски. А? Что за сила так примяла кукурузу? Тоже делают рисунки, как линии Наски. Пай! Эй, привет, Майта! Фу, это папа. Что у тебя там, Майта? Это мои эскизы. Я хочу сделать огромный рисунок. Он будет просто невероятный. Срочная доставка. Привезли! Ура! Я Джет. Вовремя, как всегда. А я Майта. Тогда это тебе. Супайки. Радиоуправляемый квадрокоптер. Ого, этот самолетик даже лучше меня! Но скажи, зачем он тебе? Чтобы сделать свой огромный рисунок, как линии Наски. Квадрокоптер поможет мне видеть, что я рисую. О, здорово! Это отличный эскиз. Может быть, ты поможешь мне с рисунком, Джет? Конечно, Майта! Отлично! Тогда пойдем на папино поле! Так, Джет, нам просто нужно убрать верхние камни, чтобы было видно светлый цвет земли. Я сам сделал этот инструмент. Смотри! Ого! Здорово! Поехали! Отлично! Можно мне попробовать? Конечно! Будем с тобой рисовать с реактивной скоростью! Ха-ха!
джет! О, да, но я сломал твой инструмент! О, нет! Но как же тогда закончить рисунок? Думаю, суперкрылья с этим справятся! Суперкрылья? Мои невероятные друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились! База, прием! База служит? Что случилось, Джет? Майта хочет сделать свой огромный рисунок, такой, как линии Наски! Здорово! Я пришлю подмогу, Джет! Донни! Он сможет построить что угодно! Джером все знает об искусстве! Дизи всегда подаст руку помощи или веревку. Пора лететь! Как думаешь, инопланетяне существуют, Джет? Может быть. И мне кажется, что они уже направляются сюда! Инопланетяне? Это не инопланетяне, это суперкрылья! Суперкрылья! Трансформируемся! Ого! Суперкрылья! Я хочу сделать настолько большой рисунок, чтобы инопланетянам было видно его из космоса. Вы поможете? Конечно! Но как же его сделать? Нам помогут робокостюмы, которые я вам сделал. Но где они, Донни? А? О, нет! Я оставил их на базе! Кому тут нужны робокостюмы? Ура! Спасибо, папа Вилс. Не стоит благодарности, мой маленький строитель. Будут проблемы? Зови своего старика. Пока, ребятки. Теперь можем браться за дело. Работе готовы! Отлично! Давайте порисуем! Ого! Отлично выходит, суперкрылья! Этот рисунок будет видно даже в другой галактике! Эти робокостюмы просто находка! Ты в порядке, Джет? Да, но тут на пути огромный камень! Сейчас я его передвину и поеду дальше! Мне его не поднять! Попробуем вместе! Пригодятся. Давайте, ребята, тянем! Может, это верхушка огромного камня? Да, уверен, большая часть под землей. Но как его вытащить? Эй, что происходит? Земля дрожит под ногами. Что там такое? Трансформируйся! Привет, ребята, я Тодд! Здорово, что ты здесь, Тодд! Эй, ты точно сможешь помочь нам с камнем? Подтолкнешь его с той стороны? Ха-ха! Если что-то надо выкопать, я сделаю это! Поехали!
Минута! Я на месте! На старт! Внимание! Попали! Получается! Так держать, суперкрылья! Еще немного! С рисунком все в порядке, Майта? Давай проверим. Ух ты, камень похож на помпон на шапке. Думаю, теперь я точно оставлю в мире след. Супайки, суперкрылья. Не за что, Майта. Нам понравилось с тобой рисовать. Но думаю, что наше дело сделано. Пока, суперкрылья! Суперкрылья! Мы доставляем! Привет, Скай! Жду не дождусь нового задания! Без проблем, Джет! Сегодня тебе предстоит лететь в Дубай, город в Объединенных Арабских Эмиратах. Объединенные Арабские Эмираты? Это страна на Ближнем Востоке. В Дубае много суперсовременных зданий. Например, Бурдж-Халифа. Одно из самых высоких зданий в мире. Мне даже не верится в это! Посылку заказал мальчик по имени Саид. Он с семьей живет в невероятном доме. А самое интересное... Его спроектировала Аиша, мама Саида. Она архитектор. Мне не терпится увидеть, что еще есть в Дубае. Уже скоро, Джет. Ты должен знать, что в Дубае говорят на арабском языке. Шукран значит спасибо. Шукран, понял. Теперь можно лететь? Да. Занимай свое место, Джет. Шукран! Что в этой стране могут построить все, что угодно. Вон там Бурдж-Халифа. Она такая высокая, что может упасть. Идешь по маминым стопам, да? Мне еще долго учиться. Но я заказал одну нужную вещь. Срочная доставка. Привезли! Я Джет. Вовремя, как всегда. Шукран, Джет. А это мой папа, Юсиф. Добро пожаловать к нам. Вот твоя посылка. Спасибо. Мой набор строительных инструментов! Здорово! Ладно, веселитесь, ребята! Теперь закрутим болты, чтобы закрепить основание. Здорово! Но, кажется, чего-то не хватает. А так? Отлично! Думаю, тебе бы понравился проект нового маминого здания. Не хочешь побывать на стройке? Конечно, с удовольствием! Итак, Хамонт, это твой первый большой проект. И лучше крана для этой работы не найти. Но ты уже допустил несколько ошибок.
прошу тебя, будь очень внимателен. А теперь проверь, все ли детали хорошо закреплены. Все в порядке. И здесь тоже. Держится, все в порядке. Она называется «Кругосветная башня». Все уровни этой башни сделаны в стилистике разных стран. Ух ты! Я еще никогда такого не видел. Соберись, Хамант. Будь осторожен. Да все в порядке. Разве нет? Не забудь затянуть все гайки. Пожалуйста, не волнуйтесь. Уж про это я точно не забуду. Эй, там Саид. Привет, Саид. Ой, простите. Ладно, Хамант, просто не отвлекайся. Привет, мама, это мой друг Джет. Привет, Джет. Держите, быстрее надевайте каски, ну же. Шукран. Запомни, Хаман, безопасность прежде всего. А что дальше идет? Безопасность на первом и втором. А на третьем? Безопасность? Вы правы. Я постараюсь это запомнить, не сомневайтесь. Ну, скажи, как тебе настройки, Джет? Невероятно! Хотя тут, конечно, жарковато. О, мы к этому привыкли. Дубай находится в пустыне. Здесь круглый год, очень жарко, 50 градусов, а то и больше. О, правда? Почему бы вам не спрятаться в тени той пальмы? Только имейте в виду, что ее придется переместить, чтобы расчистить место для стройки. Жалко, что пальму придется убрать. Пойдем, Джет! Можно поднимать верхушку башни! Вершина кругосветной башни будет украшена вращающимся глобусом! И я удостоен чести достроить ее! Зацепил? Не торопись, без резких движений. Почти готово! Вот и все! Я уверен, теперь устроит большой праздник. Моя фотография попадет в газеты и... Ой! Осторожно! Простите. Это я потом починю, верно? Нужно здесь закончить. Итак, поехали! Все! Давайте праздновать! Джет! Башни сейчас обрушатся! Реактивная скорость! Держу! Как тяжело! Ой-ой! Думаю, самое время звать Суперкрылья! Суперкрылья? Мои невероятные друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились. База, прием! База слушает. Что случилось, Джет? Я в Дубае, на стройке мамы Саида. У нас тут башня падает. Мне одному не справиться. Я сейчас пришлю подмогу. Посмотрим, кто сможет навести порядок на стройке. Дизи! Она всегда готова прийти на помощь. Починить что угодно. И тот, он мастер на все руки. Мы разберемся с этой стройкой! Я долго этого не выдержу! О, нет! Внимание! Уходите со стройки! Поняла тебя, Джет!
Мне так жаль. Поднимать могу, а вот ловить не умею. Он сейчас упадет! Мир рушится! Эй, там летят суперкрылья! Суперкрылья! Трансформируемся! Держу! Ловлю! Поймал! Отлично, команда! А теперь давайте поможем Джету! Вот это беспорядок! Как же теперь закончить строительство вовремя? Суперкрылья вам помогут! Полная досталось. Да, в нем дырка. Его быстро не починишь. Стойте! Мама! Я кое-что придумал! Отлично, Хаман! Я старался! Нужно поблагодарить суперкрылья за помощь. Шукран, суперкрылья! Готовы лететь? Поздравляйте! Здорово! Суперкрылья! Мы заставляем! Пока! Привет, Скай! Куда я сегодня лечу? Прости, Джет, не смогла устоять. Ты меня напугала, Скай. Это просто маска. В Норвегии очень любят истории о троллях. Дай угадаю, я сегодня лечу в Норвегию. Все верно. Ты отвезешь посылку Хильде. Она живет в городе Берген рядом с горой Флёйнен. Вот эта гора – одна из самых высоких в Норвегии. А это Берген. Он знаменит красочными домами на воде. Кажется, там очень красиво. Скорее бы это увидеть. И еще кое-что. Там очень вкусно готовят. Или, если сказать на норвежском, джемпегот. Люблю есть. Выглядит просто джемпегот. Молодец, Джет. А теперь занимай свое место. Пора лететь! Встречай, Норвегия! Как здесь красиво! А где же... Идем на пикник. Смотрю, ты рада. Что тут у тебя? Лосось, ягоды и бутерброд. Мне только одной вещи не хватает. Вам посылка. А вот и она. Я Джет, вовремя, как всегда. Привет, я Хильда, а это моя мама. Приятно познакомиться. Вот твоя посылка. Да! Привет!
подходит для похода с классом. Собираешься на пикник? Да, на Флёйнин. Джет, пойдем с нами. Пикник на горе Флёйнин? Я просто обожаю высоту. Конечно! Веселитесь! Дети, мы на горе Флёйнин. Ура! Есть много легенд о троллях, живущих на ее склонах. Да, Хильда? А мы с вами увидим троллей. Ну, Хильда, ты же знаешь, что троллей не бывает. Это просто легенды. Но за вещами все-таки лучше присматривать. На всякий случай. А теперь поиграйте, но далеко не уходите. Встретимся здесь на обеде. Пожалуйста, мы встретимся. Скорее бы обед. Эй, Хильда! Ты меня напугал, Джет. Моя корзина пропала. Куда она делась? Не знаю, она была здесь. Корзина? Она движется сама по себе. Может, тролли наложили на нее заклятие? Хильда, но такого не бывает. Ну и что же нам тогда делать? Я знаю, как быть. Реактивная скорость! А ну стоять, корзинка! Она убежала. Туда спряталась. Эй, а может быть тролли существуют? И что же нам с тобой теперь делать? Кажется, пора звать Суперкрылья. Суперкрылья? Мои невероятные друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились. База, прием. База слушает. Ты уже послушал все норвежские легенды о троллях, Джет. Забудь о легендах. Кто-то украл корзинку Хильды. Нам кажется, это был тролль. Кто же наведет порядок на лесном пикнике? Я знаю. Дедушка Альберт, в чемодане прошедших времен что-нибудь-то найдется. Белло! Он с любым животным договорится. И тот. Его таланты там пригодятся. Что за пикник без суперкрылья? Интересно, зачем троллям моя корзинка? Может, они бутерброд хотят? Выглядит джем-пигот. Вкусно! Ты это видишь? Суперкрылья прилетели! Дела налаживаются! Дедушка Альберт, трансформируйся! Белло, трансформируйся! Тот, трансформируйся! Привет, я дедушка Альберт. Я Белло. А я Тот. Наша бесстрашная команда пришла на помощь. Ребята, я так рад вас видеть. Так в чем проблема? Тролли унесли мою новую корзинку в ту нору. Это интересно. Посмотрим в чемодане прошедших времен. Встречайте, мой телефототрансформер. Он увеличит или уменьшит то, что я сфотографирую. Скажите, селедка? Селедка! И уменьшаем. А теперь все за мной. Тут-то
ничего не вижу. А вот так намного лучше. Здесь столько разных туннелей. И как нам найти корзинку? Смотрите, следы! Это тролли. Вперед! Следы, они закончились. Лемминги! Поверить не могу. Это же обычные лемминги. Ловите! Верните нашу корзинку! Вот это да! Они убежали! Не страшно, Хильда! У меня есть план! Тот просверлит туннель наружу! Мы с Белло будем загонять в него леммингов! Хильда вместе с дедушкой Альбертом жди снаружи! Как только увидите корзинку, хватайте ее! Поехали! Они бегут к скале! Я кое-что придумала! Джет и Тот, берите корзину и летите к скале! Попытайтесь поймать леммингов, пока они не упали! Хильда, ты гений! За дело! А вот и они! Получилось! Спасибо большое, что спасли наш пикник, ребята! Ну, Хильда, мы провели невероятный день! А теперь нам пора лететь! Пока! Пока! Супер-крылья! Мы доставляем! Пока!